Раз, два, три. Серега, на халяву наклеечку бери. Чё-то я чувствую, что я уехал. Стой, сюда. 1000 вот таких буксов приходит тебе. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. И сегодня я тебе расскажу, как легко и просто поднять скины в CSGO. Интересно. Присаживайся поудобней. Я начинаю. Глянув статистику канала, я вижу, что тебе нравятся такие ролики. Первое — это как на халяву поднять скины, и второе — это как заработать деньги в интернете. В принципе, в ближайшие недели мы на этом и остановимся. Тебе будем поднимать как и баблишко, так и скины. Сегодня сайт CSGO500.io. Офигительный сайт, лично я оттуда уже дохренищу выбил скинов, и советую тебе попробовать тоже, потому что по моему промокоду на халяву тебе достанутся 1000 буксов, а именно это 1 доллар. Никакая не реклама, ребят, поехали разберемся, что за сайт. Когда ты залетаешь на сайт, ты видишь вот такую картину. Первое, это тебе говорится, что бесплатно 1 бакс тебе дается. Второе, это ежедневные бонусы. И третье, ты играть можешь в абсолютно разные игры. В принципе, тебе просто нужно сделать «я согласен». Особо в английском я не шарю, но я думаю, тебе тоже нужно нажать на все эти галочки, чтобы вообще войти на этот сайт. Все, мы на этом сайте, и первым делом нас встречает рулет. Ну, кстати, больше всего поднял я именно здесь. Остальное что-то как-то мне не складывается. Хотя здесь интересно есть краш, но давай пройдемся все поочередно. Первое, что нужно сделать, это зайти на сайт. Нажимаем логин, и тут выбираем соцсеть, через которую ты хочешь зайти. Естественно, я буду заходить через Steam, потому что скинчики-то будем выводить как раз в Steam, поэтому через Steam и захожу. Вот так все появляется. Ты заходишь, все у тебя работает, рулеточка в начале. Здесь показано, сколько у тебя денег, здесь показано, как внести сюда деньги, и здесь показано, как вынести отсюда деньги. Сразу хочу сказать, сразу пойдем в Rewards, вот здесь сверху находится. Это конкретно местечко, куда тебе нужно ввести Сайбербанана. Сюда вводишь Сайбербанана и нажимаешь Redeem, после чего 1000 вот таких буксов приходит тебе. За тебя мне дадут всего лишь 50, поэтому не говори, что это какая-то реклама и так далее. Я здесь особо с тебя не получу, я же для тебя стараюсь, чтобы тебе на халяву эти денежки достались. У тебя на счету 1000 буксов, и что мы здесь можем сделать? Помимо этого, кстати, ты можешь всякие соцсети подконнектиться и так далее, еще пособирать тут лута немного. Твой аккаунт, естественно, тут можно его верифицировать и так далее. Здесь показан твой уровень и прочее. Не знаю, можно ли вот это показывать, я думаю, никаких проблем не должно быть. В общем, смотрим сюда, здесь giveaway, это какие-то подарки, здесь тоже можно получать. Плюс здесь показано, как это все работает. То есть все честненько, здесь таблица рекордов, кто у кого лучше всего. И VIP-программа о том, что здесь можно на халяву кое-что тоже получать. В общем, здесь сам все разберешься, посмотришь, почитаешь. Сейчас не понимаешь, что по-английски написано, через Google заходишь. Заходишь, правой кнопочкой мыши и перевести на русский. И тут все по-русски написано. Допустим, что это такое? Небольшой процент с ваших ставок будет возвращен в качестве бонуса. Ну, неплохо. Ну и, в общем, ты понимаешь, VIP-система тут такая очень интересная. Ну, давай вернемся обратно в английский язык и посмотрим, какие у нас есть интересные тут всякие игры. Первое — это Wheel of Fortune. Ну, естественно, это рулеточка. Тут выбираешь либо серое, либо красное, либо синее, либо золотое. Давай ради интереса просто поставим 110, ну, я думаю, куда-нибудь на синее X5 даст. То есть, понимаешь, поставим 100, заберем 500. Сейчас было серое, но почему-то мне чуйка подсказывает, что, возможно, не стоит ставить серое. Хотя, напиши в комментариях, куда бы ты сейчас поставил в данный прям момент. Мне просто будет интересно, и потом смерим, подошло или нет. Я буду ставить все же на серое. Куда будешь ставить, быстрее пиши в комментарии, мне будет интересно. Итак, 2 секунды на начало ты написал комментарий? Я думаю, уже, конечно же, написал. Поэтому смотрим, куда же ты поставил. Возможно, написал красное. Сейчас посмотрим. Я поставил на серое. И барабанная дробь. 100 пудов не писал золотое. 100 пудов. Ну вот так получается, ребят, слили пока 110, но ничего страшного. Давай посмотрим, что тут еще есть. Есть дуэли, то есть ты на халяву тут с кем-то 1 на 1, либо 2 на 2, либо 3 на 3. Просто делишь, крутится колесико и показывает цвет. Ради интереса давай создадим дуэль на 500 монет на 4 человека. Создаем и смотрим. Сейчас ребята подконнектятся и будет видно, выиграл я или нет. Пока ребята коннектятся, хочу вам сказать, что у меня есть свой Дискорд-канал, у меня есть свой сервер, у меня свой Инстаграм, ВКонтакте, группа Мимазы. Все охренительно. Ссылочки в описании. Залетай туда, все для тебя делаю. Главное, что
ты со мной, это мне будет очень приятно. Ну, плюс для тебя делаю подгончик халяву такую. Ну что, у нас остался один человек, сейчас зайдет, колесико покрутится. Ой, что-то начинаю паниковать, пацаны, Ну давай, родной, давай. Все, подконнектился и поехали. 5, 4, 3, 2, 1 и... Мой цвет красный, вот он показывает как раз, что красненький, но что-то я чувствую, что я уехал. Стой, сюда, 2000 монет, хорош, 1900 точнее. Серега, молодцы, я, пацаны, вы со мной. Я чувствую вашу поддержку в виде лайка, да, чтобы ты понял, да. Лайки обязательно, давайте 1000 лайков, и я рассказываю о следующем сайте, где на халяву тоже можно поднять скинчики, баблишки и так далее. Поняли? 1000 лайков, я жду. Смотрим, что есть дальше. Есть краш. Крашек здесь очень коварный. Он бывает 4 подряд красного даст, но потом вот зелененького может такую просто линию выдать. Давайте ради интереса также поставим 500 и попробуем x1.5 сделать сразу. Автокэш-аут, как там, 1.5. Вот так, попробуем сделать. Ну давай, все, тормози. Все, стопе. Тут, кстати, можно еще в настройках, интересно, выставлять помимо... всяких линий и так далее, можно вот такие делать, да, такие, вот такую простую, если у тебя, допустим, не тянет комп, да, можно low режим сделать, что, видишь, плохо показывает. Но у нас вроде все тянет, все хорошо, поэтому сделаем в хорошей режимчике. Тут, кстати, чатик, и самое интересное, что живой, действительно. Я, бывает, там переписываюсь, ребята меня там тоже знают. Поэтому, если что, привет там передавайте от меня. Окей, поставили полторашечку, на полтора, то есть, пятихаточку на полтора. Ждем, верим, едем. Приехали, вот, смотрите, он посерединочке, я там показался. Отлично, тоже подняли. Слушайте, уже смотрите, с одного косаря сделали 2650. Неплохо. Ладно, здесь остановимся, понятно, там остановится и так далее. Посмотрим, что еще за вкладочка есть. Ну, смотрите, Нави Джуниор будет играть с Хард Легионами. Скоро, кстати, можно и поставить будет. Но не будем, ставки это своеобразная история. Просто тебе говорю, что здесь тоже можно лить на ту или иную команду. И помимо CSGO есть Dota и Лига Легенд. Удивлен. В общем, вот так на сайтике можно поднимать бабло. В принципе, я вам все показал. Единственное, что если вы с моего промокода наиграли много денег, вам сразу не дадут вывести, потому что это считается как бот-аккаунт. То есть ты не из вас, вообще кто-то такой, да? И чтобы себя подтвердить, тебе нужно хоть какой-то скин внести. Самый минимальный, самый бомжатский скин сюда вводишь, все тебе подтверждает о том, что ты действительно реальный человек. И после чего... ты спокойно себе остальные все этой бабки выводишь. Давай покажу тебе, как эти бабки выводить. Вот нажимаешь Windraw. Тут недавно было еще можно выводить биткоины, их было киви и так далее. Но из-за того, что на ботах вот так фармили, поэтому они пока эту лавочку прикрыли. Но Counter-Strike можно вывести. Итак, давай посмотрим. Сразу low нажмем, потому что, ну, денег у нас не так много. У нас есть 2600. Это примерно 2,5 бакса. И вот примерно как выглядят и сколько стоят скины. Я, допустим, хочу Global Elite вот этот себе вывести. Я нажимаю раз-два и все. Естественно, чтобы свою ссылку там добавить, ты в настройках в аккаунте у себя вставляешь ссылку на свой трейд. И ждешь. Потом вот так, смотри, хлоп. Дожидаешься момента, когда он подтвердит сделку. Вот как раз он подтвердил трейд. Все, теперь я жду момента, когда он мне этот скин переведет. И у меня автоматически снимутся деньги. Я буду ждать этого момента. Буквально через минутку, я думаю, скинчик уже себе переведу. Покажу вам, что реально... Кстати, на прямом эфире покажу вам, что быстренько скинчики отсюда выводятся. Вот буквально, смотри, сейчас 15.35, вот снизу смотри. И ждем момента, когда скинчик мне уже будет в инвентаре. Немножко подождем, ребят, я, естественно, поставлю пока на паузу, потому что, ну, какой смысл сейчас вам что-то говорить, кроме того, как поставить лайк. Ну и что мы видим, буквально 3 минутки прошло, и уже наклеечка теперь осталось только подтвердить в нашем инвентаре. Давай-ка прокручивайся, окей, принять, отлично, смотрите, раз, два, три... Серега, на халяву наклеечку бери. Все, ребят, получил, отлично, теперь окей, я получил. Все. Денежка снялась, наклеечка в кармане. Я старался крайне подробно и максимально просто рассказать про этот сайт, где действительно можно поднять бабло. И напоминаю, 1000 лайков, и я дальше продолжаю эту рубрику. Ну все, с тобой был Серега. Давай, дружище, обязательно посмотри вот это годное видео и поднимай денежки на этом сайте. Все. Пока.